И когда убедили, что автомобиля нет, все, нам уступили дорогу, мы можем идти, проходим. Проходим. А почему ты пробежала? Потому что не надо останавливаться. Ну просто нельзя останавливаться. Устудайте. Дорожным везением вы родитесь блинчик. Без блинчика нам надо, давай. Давай. Говори еще. Вы какой-то ломный карат, а им просто сломать косту. А им получите удар рукой, ногой, а им трясение мозга. Случается им не сеть, им держаться. Правила, которые должен знать каждый ребенок, который собирается в школу, чтобы могли безопасно пройти через дорогу. Обязательно ребенок должен, прежде чем перейти через пешеходный переход, посмотреть налево и направо. Такое упражнение есть. И упражнение есть, да. Когда ребенок убедился, что нет автомобилей, то может проходить спокойно через пешеходный переход. Если же есть автомобиль, то ребенок должен посмотреть и удостовериться, что если автомобиль пропускает, тогда идем. И обязательно у детей должна одежда быть, обязательно со светоотражающими элементами. Вот это да, залог того, что ребенок будет заметен на дороге в темное время суток. Поэтому, пожалуйста, родители, обеспечьте своих детей светоотражающими элементами на одежде. Вот так выглядят мои штучки. Да. И повторим. Дети, соблюдайте правила дорожного движения. Он опасный.